Место, где спорт и культура соединяются вместе. Именно такой идеей руководствовались создатели нового проекта «Театральный сквер», который должен стать новой точкой притяжения для жителей. Здесь, на улице Фабричной, полным ходом идет благоустройство территории. Перед концертным центром должны появиться новые архитектурные формы, уютные аллеи и лавочки, а также расширенное пространство для парковки, отнесенное на безопасное расстояние от прогулочной зоны. Кроме того, создатели проекта запланировали создать единое пространство для отдыха между театром и ледовой ареной. Большую роль в формировании проекта нового сквера сыграли жители. Это именно их проект, реализуемый при поддержке главы городского округа Щелково. Неравнодушные граждане помогли проектировщикам выбрать наиболее оптимальные и интересные решения для благоустройства территории. Все эти люди пришли к театру, чтобы пообщаться с главой округа Андреем Булгаковым и председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым и поделиться с ними идеями развития Щелково. Все довольны, обсудили, получили результат. Будем уже его ждать в завершении, как открытие данной территории, как мне сказали, как раз будет премьера нового сезона театрального. Это будет для всех праздник и для тех, кто живет в этой части, в микрорайоне. Сейчас перед театром уже начались работы по укладке песчаной подушки под будущие пешеходные дорожки. Впереди установка архитектурных форм. В центре сквера появится большой светящийся арт-объект в форме куба. Благоустройство должно завершиться в сентябре этого года.